не будет настоящих выборов до тех пор, пока будет при владе Ермошина. Как изменить законодательство, чтобы выборы были прозрачными? Ну, мужчина задает вопрос. Настоящих выборов не будет, пока будет там возглавлять Центральную избирательную комиссию Ермошина. Вы знаете, я, честно говоря, не понимаю вот такого отношения к людям, которых я считаю просто обыкновенными халуями. Вот эти все, вся наша избирательная система — это набор халуев. Снизу доверху. Вот. И при чем тут ругать халуя, когда есть хозяин? Во всем вина одного человека. Не будет этого халуя, будет другой. Надо заставить этого человека вернуть на выборы. Сделать это очень просто. 3% на улицах и не один день. Когда система начнет рассыпаться, он сам прибежит, пока не поздно договариваться, чтобы заслужить прощение. Вернуть честные выборы. Есть другие способы изменения власти, но я против них, потому что все способы, связанные с насилием, они очень рискованны. Легко начать применять насилие, легко начать стрелять, тяжело остановиться. Мы, белорусы, должны, спокойный мирный народ, должны разобраться между собой. Мирно и спокойно. Проблема в одном человеке, который просто заболел властью.